Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в A Way Out, в побег из тюрьмы. И я не одна, а с Адамом Хиллом, так что... Всем привет! Да, и мы поехали уже подниматься наверх, да? Да, нам надо достать это место. А чё он так нагнулся, и надо с ним повзаимодействовать? Так ладно, кстати, не... Я второй. Хорошо, я первая. Не забывайте ставить лайкосики, подписываться на канал, и всем приятного просмотра. Да, а еще говорят, если не ставите лайки, то банят на этом канале. Из нее тут первый день. Чем занимаешься? Сколько ты здесь работаешь? Слишком долго. Слишком долго, брат. Да. Так, кого здесь шлепнуть? Сразу убийца. Посмотри на меня. Да я ж не про убийство, я про шлепнуть. А, шлепнуть просто. Шлепнуть! Охранник, у меня щетка сломалась. Так не стой, как истукан. Иди там, почини все. Хорошо. Послушный. Так, может, я попробую что-то? Ну, посмотрел. Эй, ты что делаешь? Просто осматриваюсь. Иди работай. Ну ты не очень. А кстати, меня он не толкает. Эй, у меня щетка сломалась. Стой здесь. Ну ты стой, я пошла, хорошо? Давай, я присела. О, хорошая поза. Видимо, ты сверху. А? Что? Это подстава. Ничего, у тебя проблема. А что такое ПРБ? Это что мне нажать надо? Пробел. ПРБ это проблемы. Хорошо, я тебя хорошо заманила. Потом посадила. Все куплено. Так, но я не смогу так просто спуститься. Надо, чтобы ты его тоже отвлек. Может, там... А все, раньше надо было, не надо было обманывать. Ну, может, там это повертеть что-то там. Охранник смотрит прямо сюда. Вот, ну, намажь ему там. Иди отсюда, кыш. Ты вот так гоняешь? Да. О. Тут такое пекло. Да, в смысле, чё ты встал? Что ты? Да, почему он встал? Почему ты так говоришь? Что? Потеешь как свинья. Свиньи не потеют. Нет. Именно поэтому они валятся в грязи, чтобы охладиться. Да ну, ты шутишь. Странно, что ты этого не знал. Ты вроде образованный человек. Просто уйди отсюда. Ладно, осталось сообразить, как вернуться. Так, как? Угу. Выпусти на волю, пожалуйста. О, я родился! Привет. Ого, как ты там оказался? Ай, да, это магия. Мне Хогвартс. Я ж тебе рассказывала, я это волшебством занимаюсь по ночам. А, то мыло уронившее, точно. Ты же просил никому не рассказывать. Все? Забрали твою пилочку, извини. Ему нужнее. Ты видел его ногти? Ему точно их надо подточить. Книги! Блин. Вот читать будем. Ура. Давно сказки не читала. Про колобка. Тогда очень давно. Как дела, Фред? У меня для тебя кое-что весьма интересное. Надеюсь, тебе понравится. Не сомневаюсь. Что же это? Что? Оу. Маникюрный набор, ура! У меня пилочка. Да? Да. И ты такая, о, ноготочки делать? Вот это мне нравится. О, давай пообщаемся. Как бы... Давай. О, надо следить. Смотри.
Следи за... О, охранник. Я буду туалет копать. Стой, стой, охранник идет, не копай. Да, 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 вижу. Excuse me. Прошу прощения. Я просто не хочу, я замерз, можно мне пару просто? Нет, нельзя. Ну, в смысле, блин, ну холодно. Нет, нельзя. Ну подожди. Все, хана. Делаешь ты, засранец, что ты творишь? Как ты мог туалет пилить? Я думал, я успею. Нет. Ладно, тогда книгу. Я хочу книгу. Раз не просто не ту книги. Давай, отвлекай его. Мыслями отвлекай. Харизмой. Ой, так, ладно. Привет. День посещения. Когда будет? Нет, завтра не день. Ты уверен? Да, иди спать. Все, останавливайся. Туалет убирай. Да-да-да. Добрый день. Да что ты прицепился? Ничего я не делаю. Особенно я тут оглядываюсь во все стороны. Интересно, как ему видно? Ну как там туалет ковыряется? Отлично. О, наковырял, смотрю, отлично вообще. Капец, как тут все трудно. Ты совсем не тихий, смотрю. Смотри, там приближается уже потихонечку, он там далеко один. Да-да-да, вижу. Ты главное на него смотри, чтобы я видел, когда остановиться. Останавливайся, останавливайся, тебе ж назад надо все прятать. Добрый день. Хотите маникюр? Бесплатно для вас. Не, не говори. Он тебя это посадит за это еще раз. А я кушать паста итальяно по пироднее. Да, а я... Да я звезды жду. Ай, какой красивый костюм, да, слющи, где взял? Он ушел. Никогда его не любил. Так, следующая цель будет идти с другой стороны. У тебя еще времени есть потыкать. Да, я успел как раз. А ты громко там пальчики свои пилишь. Да, они глухие. Блин, смотри. Я 20 лет пальцы свои... Не тёр пальцы. Каменный уже. Теперь ты мне дашь это? Да-да-да. Только сейчас он пройдет. Иди отсюда, усатый. Ага, у него такие стрёмные усы. Фу. Не хочу с ним общаться. Иди, ты мне не нравишься. И не надо на меня смотреть. Я уже сплю, я сплю стоя. Как сова. Да. Может, этот маньяк подглядывает за всеми. Держи, брат. Ну как? Отойди от решетки. Ну как хочешь. Ну дай. Держи. Пожалуйста. Теперь я буду ковырять туалет. Ну ты там осматривайся хорошо. Да, точно я забыл. Я уже подставить тебя хочу. Так, я лучше отмени. О, все, хана. Да? Ой! Ой! Ну извините, у меня в этом опыта нету. Нет. А я же говорил в самолете, что это я все сделал правильно. Да я просто унитаз не часто пилю. У меня вообще в этом опыта нет. Можно подождать, пока он уйдет, чтобы уже спокойно отодвинуть. Угу. Да и как тут передать? Ладно. О, я могу уже двигать. Что? Что ты смотришь? Не смотри на меня. А, это иди спать. У него уже борода есть. Он уже отросла, пока он здесь ходил. Главное, на тебя посмотрел, промолчал, а как я, так все. Агрессия сразу. Ты что, не спишь? Все, давай, копай. Давай, давай, давай. Стой, еще дай. Быстренько это убирай и отменяй. Ой, я не успел, ну ладно. Ты меня подставил! Это не запланировано. Да-да-да. У него такой ролик прикольный. Вообще офигенный мужик. А как же я?
После вот этого. А, он, да, как... Ну, пока она копает, я рум-тур проведу по тюрьме. Это туалет мой. Смотри по сторонам, пожалуйста, какой рум-тур? Давай, давай, ты последний успеешь. Давай. Не-не-не, не буду! Ну ладно, не поставить тебя на этот раз. Я на твоей камере видела. Да не ссы! Да я уже... Карман, да? Так нет, вот у меня рядом. Я сплю. Так из него же все вытекает, ты же его открутила. Тихо. Все, давай. Так, продолжай тыкать. Давно это и тыкалка не тыкала. Ну это напильник, я понимаю? Или это... Ну да. И что, мы туда пролезем? Ну конечно. Ну смотри, теперь мы не сможем ходить. Ага. Я все. Ладно, подождем, пока не выключат свет. Так они сказали спать, они должны были давно выключить свет. Выключи свет! Ночь в тюрьме наступила. В городе спать, поспать с мафией. Пс, Винсент. Пс, Винсент. Да, это я. Так, пошли в толчок. Покакать надо. В самый внутрь. Ой, ой, пролезли. А, обратно задвинуть. Ладно. Они ж обнаружат, у них тоже ж бывает обходы. Они ж увидят, что там никого нет. О, о. Опять ты сзади, да что ж такое-то? То меня обмануло, наверх полезло, то сзади пристроился уже. Да, хотел ты быть альфой, но в итоге я тут. Да? Да не говори. Ты, ну, прошу чё? Вас. Хорошо, хорошо. Теперь ты можешь. О, да, какие виды. А, так ты по этим видам? Жизнь в тюрьме такая сложная. Ага, не понимаю, я тут только тут. Угу. О, так. Я нашел трубу. Молодец, бери ее. Винсент, иди сюда, помоги мне. Что, сам не можешь? Я доходяга. Понятно, это я там подтягивалась постоянно. Вот именно. Поэтому я... Я даже ничего не делал. Этим мы можем остановить вентилятор. Ну давай, давай, попробуй. Такой идешь, блин, я не знаю, как с мечом. Я сейчас сделаю важную вещь. Давай. Саски, вернись к Оноху. Да. Наруто ждет тебя. Я тебя подожду. Ну, с Богом. А может ты первая? Да не-не, давай, давай, у тебя получится. Ну ладно. Вставляй ее. О! Я держать не могу, лезь. Куда? Давай быстрее. Окей. Okay. Держи. Сейчас отпущу специально. Эй. Сейчас попка. Всё. Так, можешь вырубить кого-то там? Вырую вентилятор. Ну, я попытаюсь. А, ну да, давай. Не обещаю, конечно, но... Ого, а, вот мне нужна будет, видимо, твоя палка. Все, вентиляция закончилась. Давай. Отлично. Пролезай. О, пошли. Пузо. Киски. Какая задница толстая. Я тоже. О, дверь. Можешь помочь мне с этим? Ну, как обычно, я поняла. Без меня ничего. Высоковато. Нам понадобится время, чтобы спуститься туда. Да, точно. Но у нас ничего нету. Ты забыл. Погоди. Либо у тебя вон бляшка есть. У нас ремни есть. Сюда. Ну, знаешь, он не настолько маленький, я туда не пролезу. Ты видел мои мускулы? Сюрприз. Нам нужны простыни. Так, я слушаю. Ладно. Нужно придумать, как попасть в эту комнату. Как только мы это сделаем, мы сможем принести простыни сюда. Звучит довольно просто. А, ну да. Проблема в том, что заключенный не разрешает туда входить. Думаешь, мы сможем как-то пробраться? Да, только нам нужно раздобыть тележку для белья.
Как только доставим тележку, один из нас прячется в ней. И что тогда? Охранник смотрит ее и отвезет под сумку. Не волнуйся, они не особо тщательно проверяют. Если прикрыться простынями, должно сработать. Ладно. Ладно, отлично. Немного непонятно, да, кто да, говорит? Да, хоть бы подписали, как обычно делают. Да, согласен. Даже в обычных симуляторах там. Покупатель. Чик-чик. Я. Да? Чик-чик. Я чик-чик. О, мы уже тут оказались. Отлично, пробраться в заднюю комнату. Ну, смотри. Ну, конечно, свои трусы постираю. Ну, говори за себя, каждый день стираю. Не выделывайся. Закидывай. Тебя закину сейчас. А чё он так посмотрел туда? О, о, о! Впервые что-то улыбающееся лицо. Наконец-то освободил стирал. Да, это потому что мне на деле выпускают. Круто. Ещё как. Давно ты здесь? Сколько тут уже сидишь? 15 лет, чувак, 15 проклятых лет. Ну, значит, есть за что. Так, все понятно, не хочу с ним общаться. Что нам надо сделать? Я хочу играть. О, охранник, привет. А у меня... Котики такие интересные. Итак, мне некогда болтать с тобой. Ну, блин. Ну, я хотел с тобой немного посмотреть. Туда мне нельзя? Блин, туда мне нельзя. А мне можно? А мне сюда можно? Мне нельзя туда, да? Ну, я проверю. Эй, посмотрел, меня толкнули. Меня сильно обидели. Я, короче, стираю твои там киселя. Oh, yeah? Ты забыл включить. Hey. Hey, man. I'm concentrating here. What do you want? All right, I won't bother you then. Well, that ship has sailed, hasn't it? What do you want? Ой, ну что, что, что? Я здесь... У них ссора была. Да? Да. Они были вместе? Они любили друг друга. Серьёзно? Нет. Понять не имею, где лучше подоставляем. А да, это моё. Жадина. Так, короче, я повезла телегу. Он её не отдаст. Да блин! Ты говоришь, жадина. Угу, жалко ему. Короче, я взяла просто. Так, что у нас? Барабан? Ух ты. Я смотрю, твои все стиралки заглядывают. Отдай белье. Нет, моё. Воришка. Это мои. Хотя бы понюхай. Фу, господи, ну ладно. Иди сюда. Я их стирала. Еще постираю, все. Не дам. Я свои взял. Точно? Ну, да, вроде. Да. Я могу помочь. Любимому Винсенту. Никто не думает играть там. Может, все же помочь? Yeah, ты хорошо справляешься. Да, забирай. Я прекрасно очищаю вещи. Не, не хочу уже. Стирай. Грязь, это микробы. Микробы — это болезнь, а болезнь — это смерть. Ладно. Что ж, пойдем, пожалуйста. Короче, странно, не подходи к нему. Так, нам нужно... Подойди к мужику. К какому? Не-не, к вот этому. Я вроде к нему подходила. Поговорить можно было. Нет. Не, у тебя было белье. А. Ты чего вот, видишь, на пол положил? Hey, I need a laundry cart. Oh, can тележка. I have your number, please? What do you need that for? That's rules and regulations. Nothing I can do about it. Я вам не мешаю. I need your name and number. Скажи свое имя и номер. You sure I'm not on the list? Ты видишь меня? Name again. Leo. Look closer. Посмотри, ну, лучше. Oh! Get over here, you idiot! Иди сюда, идиот. В следующий раз будешь смотреть лучше. А куда я убежала? В смысле? Я же у вас бежала. Все вещи туда. Так, давай в телегу. Кто в телегу, а кто куда? Телегу. А, все. Ну ладно, хорошо. Я покататься хочу. Как всегда, обижаю. Shh,
Хватит болтать, они что-то заподозрили. Угу-угу-угу. У меня классные виды. Чё ты такой-то пьяный? Ты кто права выдавал? Да, там был человек. За углом. Чё делаешь? Эй! Мысли? А, ну давай побольше, побольше. Вот чистых, вот, вот эти вот справа, 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 да, вот эти. Вот эти красивые. Именно эти? Да-да-да, там звездочки нарисованы еще. Окей, мы все готовы. О, смотри. Оп, оп. Опа. Мешок на голову. Я просто... Или я так под одеяльник залезла? Все, теперь спрячься, спрячься. Это нелегко, потому что мне надо удерживать кнопку. А, да? Да-да. Okay, see what we have. Ладно, давай посмотрим, что тут All у нас. Right, looks good. Да? Get out of the way. Okay, time to get rid of that gardener. Ладно, поразбавить. Все, от охранника, а не от меня. А куда меня везут? А я фиг знает. Тебя уже увезли, можешь вставать. А, нет. Я куда-то везу. What are you doing? Get the hell back to work. Yeah, but I think those two guys are. Какие-то мужики сейчас драку затевают. Where? Over there, где? Right, вон там, прямо там. They're not. Чё? Они не дерутся. Это пока. Маша Брайан заработает. Да, это пока. Короче, зацепи их там на друг друга, видишь там. В смысле? Ладно. У кого-то железные нервы. Ты посмотри! Ты посмотри! Нормально! Главное взять вещи. Нормально. Что? Это он, я ничего не делал. Мне реально надо украсть простыни? Короче, ты не нужен. Я без тебя не могу украсть простыни. Стоп! С ноги! Рык, закрыто! А! Так тут это охранник! Что мне сделать? А как мне охранник отвлечь? Второго. Сейчас я попробую. Ты лысый. Обиделся. Посадку тебе сделаю, наконец-таки. Будешь сверху. И простыни, главное. В любой непонятной ситуации бери простыни. Давай, прыгай. 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 Со своими простынями. Да. Что? Руку. Уже? Приложение? Все, ну я... Простынь. Блин. Ну и забирай свою простынь. На. Давай. Ну на. Ну давай. Ну да. Ну давай. Забирай. Давай. Забирай. Я что, для тебя шутка? А я что? Мне шутка. Ну, я не знаю. Дай сюда. Ну бери. Почему ты не берешь? Я не понимаю. Нет, муж. На, наконец-то. Come on, bring me some sheets. All it. Еще. О, господи, еще просто. А ты нормально так. На. Я человек-паук. Еще. Еще. Вот да ё-моё, сколько тебе их надо? На весь запас жизни, что ли? Конечно, а как мы спать будем? В разных кроватях, я думаю. А я не думаю. Ну да, только в ванне.
Ну что ж мы там делаем? Спуск. Порядок, должно сработать. Да. Будем надеяться. Ты первый. На этот раз нет. Будем надеяться, что эти просто не выдержат. Да, мы вперед. Ну? Так я же говорю, ты первый. Я что, дама? Ну хорошо, я дама, мадама. Стой, стой, стой. Работает спецназ. Теперь я сверх. Ой, фу, гадость. Тебе нормально? Ну я посижу. Тебе, кстати, лови. Штаны надо поменять. В смысле? С ними все окей. Я ж только это с прачечной. Пойди сюда, тут люк надо. О, это наш. Где наш напильник? Общий. Наш, это... Подарок на свадьбу. Смотри, у меня конвульсия. Смотри, я помогу тебе. Готов спуститься? Ты шутишь? Там ни черта не видно, нам нужен фонарик. Так, к черту, я пойду первым. Отлично. Пока. О, черт. Ты в порядке? Да, нам нужен свет. Так, надо закрыть эту темноту. Я тут ни черта не вижу. Ну да, да, так, как это закрыть? Где кнопка закрыть люк? Найти фонарик. Где как это закрыть? Фонарик? Я фонарик нашла. Нерабочий пойдет? Да, скидывай. Отлично. Только давай, на, кидай. Давай. Вместе с собой ловишь? Нет. Лови! Ух, куда я покатилась? Я мокрая. Я теперь мокрая. Давай, сиди мне сюда. А куда? Стой, где ты? Ты внизу? Ты дальше чуть пройди. Да-да-да. Вот направо. На. Эй, куда? Ну ладно, на. Видимо, я буду твоим светлячком сегодня. Непонятно, кто что говорит. О! О, черт, это вода дерьмом. Ну, это и есть. Да, сейчас трить. Нет, ты просто излагаю факт. Ты ходишь по настоящим какашкам. Пошел ты! Ну идешь ты. Какашка, я не какашка. Лео, тут еще один вентиль. Давай быстрей. Сейчас, ну пупка двигается. Не надо было такую много кушать. Ну, знаешь, в банке там сидишь на одном месте. Делать нечего. Есть время покушать. Похоже, мне доставил поток воды. Останови. Ну. Я понимаю, ты хочешь на меня смотреть, нам надо продвигаться дальше. А, ну да, точно. Так, теперь нам куда? О, сюда. Заперто. Выбей. Выбей с ноги. Эй, фонарик. Где? Ой, а как ты здесь оказался? А вот магия. На. Все, выбирайся сам. В смысле? Открой мне, пожалуйста, дверку. Это напоминает мне... Outlast. Красивый стен. Да нет. Да, первый Outlast, канализация. Угу. Особенно эти решетки, боже мой. Я это снова в тюрьме. Чё, как дела? Откроешь? Мне... Нет. Мне не кормят. После шести не продаем. Ну, я кушать хочу. Нет. Все, до свидания. Ну, а попить? Нет. Ну, стой. Ну, да это... Я, это... Пипи. Ну, я пипи хочу. Ладно, сейчас.
Ну это я так решил. Да, да. Ты тут альфа, да. Получай. Угу. Еще раз. Вот так тебе, стример. Еще раз. Ты что-то против стримеров имеешь? Нет, конечно, нет. Ты что? Ты смотри, я сзади. Это ужасно. Особенно в такой позе. Я готов. О, уже хорошо. Я. Давай, раз, на счет три. Пошел я. Раз, два, три. Все, до свидания. Ты реально будем надеяться, что там нет крыс. Да подожди! Налево. А мне, а я хочу направо. Ты не боишься крыс, а? Я нет. Ага. Я тебя боюсь, особенно когда ты сзади. И тут тупик. Оп, а вот и я. Не. Я ничего не вижу. Посвети. Так, а здесь стул есть. Есть стул. Нам стул нужен? Нет. Пошли. Все, нам не нужен. Я ничего не вижу. Так, видимо, где-то что-то здесь есть. О, вот. Мы отсюда пришли. Наверное. Так. Я ничего не понимаю. Нам надо просто выбраться. Так, вот, вправо, направо, что? Ничего. Сколько здесь входов-выходов? Здесь. Два. И один сзади выход. А, вот проход! Или нет? Да-да-да. О, да, все, господи. Кроты слепые. Черт. Что? Guard, up there. Охранник наверху. Ну что, он же наверху, а мы снизу. Ну, наш фонарь. Что? Давай. Ну, это было очень... Почему я постоянно оказываюсь снизу? Сюда. Не знаю. Oh, вот черт, слишком высоко. И нет ничего, чтобы залезть наверх. Давай-ка, мне руку. Зачем? Предложение делать буду. Я согласен. Отлично. Нет, нет, опирайся на мою спину. О. У нас никогда не получится. Слабься. Ты слишком высоко, черт возьми. Я постоянно так делал в детстве. Ты спятил. Опа. Ой, все, я провалился. Так, пошло дело. Нет. Да что ж такое? Теперь моя очередь. Типа по очереди мы это делаем. Твоя очередь пошла. Отлично. Ой. Твоя очередь. Надо типа баланс держать. Или просто вместе это делать. Это сложно. Твоя очередь. Так, можем вместе. Оп. Уже нет. Оп. Ой. Оп. Самое главное не упасть. Давай сейчас. Давай сейчас. Вот. Сейчас. Оп. 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 Это и правда нелегко. Давай, давай. Ой! Я доберусь до тебя. Стой. Давай, пошли. А еще повыше. Еще выше? Не-не, вот так. О, почти добрались. Я думаю. О, мы уже синхронизировались. Нормальный тайминг. Ой, все, правильный тайминг. Ой. Отлично. Ой, полезли. Ой, ой, как полезли. Что ж это так было сложно с первого раза. Да. Наконец-то. Боишься высоты? Ты что, серьезно? Гаечный ключ бы не помешал. Есть в одном месте, где мы можем достать его. Черт побери. Я заново не хочу. No childhood tricks up your sleeve? Боюсь, что нет.
Вот дерьмо. Ну или просто вниз гаечным ключом полететь. Как мешочек. Думаю, ну хоть так не надо. Думаю, сейчас можно будет тоже пристановить. Уже минут 35-40. Да? Еще до середины. О, давай мы его это под их. Или я его отвлеку, ты заберешь. Я глазками помогаю. Либо там ты. А, видимо, ты подстроишься, я там заберу. А, это я. А, нет. Все, поняли, внесло. Все? Да, на этом мы, думаю, приостановимся. И увидимся уже в следующей серии. Так что подписывайтесь, ставьте лайкосики, если вам нравится эта игрушка. И всем пока-пока. Пока.